Здравствуйте, уважаемые! В каждом городе России уже начали отмечать этот исторический акт. 13 марта в российских регионах проходят различные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Волгограде также широко отмечается этот день. В музеях и дворцах культуры состоятся выставки и концерты, онлайн-викторины и квесты. В районных, молодежных центрах и кинотеатрах состоится показ художественного фильма «Крым». В детских центрах творчества пройдет онлайн-обзоры и слайд-шоу «Путешествия по Крыму». Состоится концерт «Моя Россия» и акции «Мы вместе» и «Крым наш». В библиотеках школьники примут участие в викторинах. Волгоградцев ждет праздничная концертная программа «Мы вместе». Юные художники организовали онлайн-выставку репродукции детского рисунка «Крым глазами художников». Во всех образовательных учреждениях пройдут классные часы и уроки «Таврика, Крым» и «Большая история полуострова».